Как оторвать детей от гаджетов и выманить их на прогулку? Свой вариант ответа на эти вопросы предлагает детский медиа-центр «Куча Мала». Юные журналисты провели необычные соревнования по запуску корабликов. На старт! Внимание! Марш! Идея стара как мир, но при этом очень необычна для города. 20 экипажей вышли на старт, чтобы выяснить, чей кораблик самый быстрый. Позади несколько дней подготовки. Родители штудировали интернет в поисках идеальной формы парусов, а дети искали пассажиров среди игрушек. У каждого корабля своя история и, конечно, название. Мне дедушка сделал два корабля. Один маленький, а один большой. У большого корабля название, как у мое имя, а у маленького никакого. Нам папа принес печеньки в этой коробке. Мы подумали, это отличный материал, чтобы сделать кораблик. Сначала заплыв бумажных кораблей, потом пенопластовых и пластиковых. И вот лидеры этапов готовы сразиться в финале. Внимание! Именно так выглядит самый быстрый кораблик для Ручика и главный победитель соревнований. У него большие паруса, он поймал ветер и поэтому оказался первым. Я думаю, папе тоже хотелось запустить кораблик, но он пришел без сапог. Все корабли прошли испытания не только на скорость, но и на прочность. Ребята превратились в пиратов и стали топить корабли соперников шишками и снегом. Вот так в Чебоксарах появился еще один яркий праздник. Объявляю благодарность участникам соревнований и поздравляю их с днем открытия навигации. Ура! 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 Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.